В муниципальное казенное учреждение Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск на полную занятость требуется водитель легкового автомобиля с опытом работы от 1 года. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Дополнительно к ежегодному отпуску выплачивается 196 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Для устройства на работу необходимо наличие водительского удостоверения категории «Б», результаты предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. Успешному кандидату гарантируется трудоустройство по Трудовому кодексу Российской Федерации, 8-часовой рабочий день и дополнительная плата за работу в выходные дни и сверхурочные часы. Обращаться по телефону 8 905 599 15 03.